Корейские закуски – блюда, которые давно стали любимыми и привычными на столах россиян. Нехитрые, но очень вкусные. Особенно для нас, жителей Северного Кавказа, а ведь мы любим остренькую еду. А еще это хорошая идея для развития уже работающего собственного бизнеса. Так подумала Виктория из станицы Ессентукской и решила действовать. Заключила социальный контракт, и дело пошло. Клиенты постоянные заказывают. В неделю хоть один раз бывают большие заказы. Делаем, готовим. Так что стараемся. Вкусно, как дома. На средства контракта Виктория докупила кухонную технику. И готовить стало проще, и готовое дольше хранится. Что же до соцконтракта, то заключить его, говорит, было очень просто. А дальше нужно просто работать. И вот уже год у меня прошел, как я все собрала. Моя мечта сбылась. Я, конечно, хотела ресторан, но начнем с магазина пока. И действительно, это только начало. Если предприниматель выполняет условия соцконтракта, правильно распорядился средствами, показал прибыль, то он может получить деньги на дальнейшее развитие. Виктория – многодетная мать. И как нам пояснили в органе соцзащиты, совокупный доход ее семьи все еще позволяет заключить второй соцконтракт. Пошла на второй этап, сдала очередной раз документы и очередной раз прошла. Жду продолжения, расширения. Теперь от пищи материальной к пище духовной. Если у вас есть художественный талант, и вы не хотите, как художник из поговорки, быть голодным, то смотрите, как можно. Художница из села Юцы тоже заключила социальный контракт. Дела продвигаются хорошо, в гору идут, то есть по нарастающей. А продала, я даже не могу сказать сколько. Ну, так, нормально, немало. Ася пишет картины на заказ. На деньги от контракта купила профессиональный мольберт, запас красок и планшет, эскизы рисовать. Если вы мечтаете о собственном деле, и если ваш доход ниже, чем прожиточный минимум, то социальный контракт в помощь. За господдержкой можно обратиться в органы соцзащиты или в МФЦ. В этом году на Ставрополье планируют заключить более 4000 таких контрактов. По поручению главы региона Владимира Владимирова на эти цели направили 600 миллионов рублей. Не умеют рисовать, но умеют готовить и желают успеха предпринимателям Алексей Форсиков и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.